тух-тух, удар. Потянул немножко. И вот такая, смотрите, какая классная густерочка, друзья. С икрой, да, она, ну, она позднее метает. Кто знал, да, чтобы на перловку будет ловиться. Рыбалка Кстово. ТВ-канал для настоящих рыбаков. Друзья, всех приветствую. Сегодня очередная рыбалочка. Смотрите, как Михаил испачкал машину. Я сам еле-еле доехал сюда. Всю неделю лили дожди. Ну, думаю, за сегодняшний день ветряной, солнечный. Маленькая у нас погодка. Как говорится, подсушит дорожку. Он уже рыбачит с самого ранее, а я только подъехал, пока делишки свои делал. Но машину тоже немножко испачкал. Ну, пойдемте к нему подойдем. Ну, видите, забрасывает со стулом. Просто обалденно. Говорит, уже что-то поймал. Привет, Михан. Ну, что хорошего расскажешь? Так, в ведре прикормка. Давай рыбу показывай. Иди смотри. Да, машину хорошо испачкал. О, друзья, смотрите, какая неплохая плотвичка. Ну, сейчас мы его обурим. Обурим. Ты что говоришь, поймал? Щука лежит в машине. Щука, говорят, в машине лежит, друзья. Поймал вот на фидер, да? Да. Все, ты мне куда дашь ставить? Лево, вправо? Ставь середину. Ну, посередине-то хреново, наверное. Да выбирай сам, куда хочешь. Мне с одной стороны клюют. Давай, ставь лево, ладно. Ну, давай мне все равно. Ну, давай. Друзья, все, сейчас я раскладываю и рыбачу здесь вот. На таком местечке. Карьер. Подлещик поймал? Ушел. Ушел подлещик. Ну, друзья, я начинаю. Мишка тут уже, наверное, сейчас спать пойдет, а я буду рубачить. Все, давайте. Смотрим. Кудьма. Друзья, ну что, разложился, один стоит. Забрасываю второй, только вот слабину оставляю. Тух-тух, удар. Потянул немножко. И вот такая, смотрите, какая классная густерочка, друзья. С икрой, да, она, ну, она позднее метает. Вот Михаил здесь тоже трясется, у Мишки здесь фидер. Я остался посерединке. Еще даже не кормил, два парика насадил. Просто суперская рыбка. Первый, друзья. Без прикорма, опять же, я. Ну, вот у меня есть, да, или Мишки возьмем, займем. Ну, вот такая вот рыбалка начинается. Сидим, балдеем. Тут с Михаилом, друзья, да, сейчас тут забыл заснять, плотычку небольшую поймал. Поклевочки есть, Михаил тоже вот слева убрал. Мы сидим так вот. Загораем, балдеем, смотрим на кончике удилищ. А сосед тут у нас полавливает на поплавочек, прямо около берега. Плотвичку хорошую вытащил, может и на поплавок стоит перейти. Ну, сейчас немножко попробуем, экспериментики проведем. Но пока все на опарыше, червяка не пробовал. Ждем, ждем. Кормушки уже забивают, но кормушку я забил. Мишкин там прикормка, не знаю, и вот у меня миненка осталась. Вот поклевка, друзья, все, я выключаюсь. Ну что, друзья, немножко расскажу, как рыбалка проходит. Да, что-то забываю вам показать рыбу. Рыба ловится. Начал ловить ее, попросил у соседа перловку. Он поплавок ловит перловочку. И на перловочку, блин, классно. Наверное, штучки я 4 поймал. Еще поклевки были. Одну перловину. Аккуратненький забро, чтобы ее, как говорится, не сбить. Нежная насадка. Ну и все, вроде поклево, друзья. Сейчас, да, главное дело не забыть, потому что тут один фидер запутал. Перемонтаж сделал. Сейчас буду пробовать. Мишка сейчас вот пойдет тоже слева попробует. Здесь вот у меня на левую удочку я поймал 3 на 3 штучки на перловочку. И вот одну сейчас я забросил. Здесь была пара. Сейчас у меня все удочки стоят на перловку. Сейчас попробует Михаил тоже. Пока не кормлю, друзья. Не кормлю, просто забрасываю, как вот донку. Вот туда он бросает. Ну, сейчас посмотрим. Там перловка у тебя? Да. Да, у нее перловка. Ну, будем ждать. У меня разные дистанции стоят. А поклевка? Ну вот, друзья, на перловочку, смотрите, ну это просто, блин, классная плотва. Блин, кто знал, да, чтобы на перловку будет ловиться. Вот так вот. Ну сейчас уже, да, сейчас будет тепло, ближе к лету. Будем, конечно, эту прикормку брать с собой на рыбалочку. Классно. Убежала.
опарыш. Опарыш. Ну, тогда надо мне тоже одну удочку на опарыш. Что-то перловочка немножко затихла. Размер нормальный есть. Да. Наплакал, как говорится. Ой, наныл. Активно ныл. Друзья, ну что? Уклейка такая крупная стала попадаться. На фидерочек поводок поставил я. Метровый. Вот такая клеена. Ну, видишь, поплавок забросил. Потому что фидер что-то вообще скучно стало. Поклевки есть, но холостые, видно, уклейка не дает. Видите, у нас тут сумасшедший. Ладно, попробуем сейчас уклейку плавить. Прикормил тут немножко. Не знаю, подойдет сюда, не подойдет. Здесь обраточка у нас крутится, вертится. Должна подойти. Ну там вот на дистанции, на середине реки, она есть. Уклейка. Друзья, извиняйте за шум. Ветер поднялся в Москву. Волна прямо морская. И вот на поплавочек около берега буквально 3 метра клюнула такая симпатичная плотвичка. Два опарика, поплавочек, фидера просто молчат, но пускай стоят. Все равно периодически их перебрасывают, перловочка стоит, опарыш. Ушла у берега. Ну ты сильно подернул, конечно, ее. Ну все, значит, не твоя. Сейчас я ее поймаю, не беспокоюсь. О, да, наконец-то, да, есть. Ну фидерочки редкие поклевки стали ближе к обеду. Ну зато вот такая вот крупненькая уклеечка ловится на поплавочку. Тихо, не упади. Сейчас. Вот такая вот клеена, красивая, серебро. Отлично. Ну, немножко посыпала здесь прикормочки, вроде подошла, поклевки есть. Все, друзья, бросаю сразу же, потому что она уйдет. Ну что, друзья, просто тишина. Рыба на обед ушла или не знаю куда, на дальний кордон. Поклевки очень-очень редкие, холостые. Ну, поймаешь, да, из 5 поклевок так одну рыбку, плотвичку. Ну что, Миш, скоро будем собираться? Да, Михаил головой машет. Да, сейчас немножко еще доловим. Прикормки у меня немножко осталось. Вон поклевка, кстати, небольшая. Ну и будем подводить итоги, покажу, что я поймал, что Мишка поймал. Мишка сегодня очень рано приехал сюда, затемно. Уловчик у него повнушительней. Сейчас скоро будем заканчивать. Что, Михаил у нас сматывает, я тут немножко еще попробую уклейку половить. Давайте, вот он уже вытащил. Задочек, ну блин, классная, обалденная плотвичка есть у него. Вообще суперская. Ну, он тут, друзья, с ночи место пока занимал. Я еще немножко попробую по уклейке, посижу еще, ну, полчасика. И тоже буду собираться. Там у нас вон точки такие нехорошие. Тоже, как дождик пойдет, сразу смотаются. А я вот пока вот по уклеечку сижу тут. Остатки прикормки, что? Дождевой фронт. Ну да, может быть. Ну ладно, тоже сейчас соберемся тогда. Я покажу свою рыбу. Вон там она, вот. Садочки желтые. Ну что, друзья, собрался, можно сказать, домой, да? Все уже показал. Мишкину рыбу, Мишка уже смотался. Но вот уклеечка на поплавочек так немножко вот поклевывает. Уклейка такая добротная. И оставил я фидерочек. Пускай, может, что-нибудь отзовется. Все уже уехали, кто утром был. А ночные еще, или как сказать, вечерние рыбаки еще не приехали. Сейчас еще прям чуть-чуть, друзья. Если будет ловиться, значит буду ловить. Если нет, то показываю рыбу и собираюсь ее домой. Только что уклеечку поймал, друзья. И я собирался ехать домой. И на фидерочек. Вот такая плотвичка. Так, щучка ее тут, видно, маленькая. Потрепала. Ну, достаточно крупная такая. Ну, тоже щучка позарилась на нее. Вообще классно. Еще посижу. Ветер затих. Может, будет клев. Друзья, ну что, пришло время заканчивать сегодняшнюю рыбалку. Рыбалка такая суперская.
поймал, ловил на фидер, на поплавочку клейку ловил, река Кудьма, то место узнал, тут узнал. Давайте вам покажу рыбу сейчас, которую поймал. Вот, вот. Главное дело, чтобы не упасть. Опа! Вот так вот. О! Отлично, отлично, отлично. На травку, ладно, правда, травки нет еще. Вот такая пластичка. Уклеечка. Ну, просто супер нуля. Всем спасибо, кто смотрел. Поставил лайк, подписался на канал. Пока-пока, до новых встреч, до новых рыбалок. Куда поедем, не знаю. Может, на Кудьму, может, на Платник поедем, может, на речку куда-нибудь, еще на Волгу, еще не знаю. Друзья, все, пока-пока. До новых рыбалок.